Сегодня 21 июня. Херсонские партизаны продолжают борьбу с фашистами. Херсон vilayetinde işğalçı Rus ordusuna qarşı mübarizə aparan Ukraynalı partizanlar iki işğalçını əsir götürüb. Görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Ukraynalı partizan Xersonda işğalçıların yerləşdiyi ünvanları qeyd edərək tezliklə həmin ünvanlara gedəcəklərini və işğalçıları öz silahları ilə məhv edəcəklərini deyib. Ukraynalı partizanı və Rus əsirlərinin görüntülərini təqdim edirik. Продолжаем бороться с оккупантами и помогать нашим вооруженным силам в освобождении от фашистов Херсонской области. Отдельно хочу обратиться к армии Российской Федерации. Уверен, что во время вечерней проверки вы не досчитались двух человек. Вот они. Кроме того, эти двое слили всю информацию о вас, о всем вашем месте нахождения. Эти двое будут переданы для обменного фонда. Хотя это мало кому хочется, но все же, мы украинские партизаны, в отличие от вас, органы, имеем ценности и человечность, боремся за свою землю. Мы знаем, что на проулке Успенский, 18, в помещении бара проживает подразделение фашистов. Так вот, ожидайте привет от партизан. Мы знаем, что в здании Суворовского отдела полиции проживает несколько десятков орков. Там тоже мы вас достанем, поверьте, это будет несложно. Мы знаем намного больше, чем вы думаете. Мы знаем, что на паровозной 36 в подразделении Росгвардии, несчастной, бедной, заняли часть Национальной гвардии Украины. Но это ненадолго. Совсем скоро вся ваша Росгвардия будет потоплена в Днепре. Силы обороны Украины наступают. Совсем скоро освобождение наступит. Совсем скоро наступит для вас украинская ночь. Ночь расплаты за Бучу, за Ирпень, за Гостомель, за Мариуполь, за весь Донбасс. У вас нет ни единого шанса. Кстати, будем вашим же российским как оружием. Ну мы потом его сожжем обязательно. Коктейли Молотова у нас готовы. Все ваши здания сгорят дотла, а мы их потом отстроим заново и отмоем от этой расшистки. Слава Украине! Слава нации!